За правопорядком необходимо следить и в Мурманской области. В Оленегорске полицейские задержали мужчину, управляющего автомобилем без водительского удостоверения, да еще и в состоянии алкогольного опьянения. Жизнь совсем ничему не научила 40-летнего оленегорца. Он снова попался полиции, разъезжая по городу нетрезвым. Opel Omega, за рулем которого был мужчина, остановили на улице Строительной. Водитель легковушки показался инспектором нетрезвым, что и подтвердил тест. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Там и оказалось, что автолюбитель уже был неоднократно судим. Теперь ему грозит лишение свободы на срок до 2 лет.